Да. Но а дефицита вы не испытывали? Вот не хотелось бы вам вот в те времена вот себя показать как человека, чтобы с вами поговорили о том, что вы любите, чего вы не любите. А я пытался все это вложить в сценическую, да? А, то есть по мере силы возможностей. У вас получалось... Я бы так сказал. Я не всегда делал то, что хочу, но я никогда не делал то, чего я не хочу. Это под этим можно подписать Хазанов, или это сказал кто-то другой это из великих, да? Нет, это... никакого великого в подписи не будет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».